Господа Некрасов, поблагодарить вас, что вы выбрали наш рейс, выбрали наш теплоход и, конечно же, нашу компанию. И хочу представить людей, которые приложили максимум усилий, чтобы ваш отдых был комфортным и приятным. Начну с дирекции круиза. Помощник администратор Ульяна. Наш голос теплохода, методист Маргарита Михайловна. Помощник по артистам Павел. Наш директор ресторана Елена Юрьевна. К сожалению, она сейчас не вышла, потому что она руководит процессом приготовления вашего, надеюсь, вкусного ужина капитанского. Но мы им тоже поаплодируем, нашему шеф-повару Елене Васильевне, нашим девчатам-официанткам, барменам нашим. Они тоже стараются. И, конечно, передаю слово главному человеку на теплоходе, нашему капитану, Быкову Алексею Анатольевичу. Добрый вечер, дорогие друзья. А я вам представляю нашего директора круиза Ольгу Владимировну. Дорогие друзья, наше небольшое путешествие от Нижнего Новгорода до Москвы близится к завершению. До Москвы остается около 30 километров. За это время, что длилось ваше небольшое путешествие, вы побывали в городе Нижний Новгород, в Ярославле. В Ярославле вы совершили экскурсию. Я думаю, что многие из вас в этом городе были. Но я надеюсь, что в этот раз каждый для себя увидел что-то новое, интересное. И я надеюсь, что это у вас останется на долгую память. Я и мой коллектив, мы все старались, чтобы ваш отдых был приятным и спокойным, чтобы у вас всегда было чисто, уютно, по-домашнему вкусно. Спасибо вам большое, что вы выбрали нашу компанию. Ну и самое главное, что выбрали наш теплоход, отдых на теплоходе. Я вам хочу сказать большое за это спасибо. Хочу пожелать вам хорошего настроения, счастья, любви, удачи. Самое главное, хочу пожелать вам, вашим родным и близким, крепкого здоровья и всего самого-самого доброго. Спасибо. Я присоединяюсь к пожеланиям нашего капитана. Я думаю, и все наши сотрудники присоединяются к этим пожеланиям вам. Ну а самое главное, хотим в заключение вам сказать. Мы обязательно ждем вас опять у нас на борту или на теплоходах, других теплоходах компании «Созвездие Инфофлота». Спасибо. До новых!